подчинялись хозяину на всю гайку, чтобы как-то жить, получали пайку. Рабовладельческая система, сложная и запутанная ребус-тема. Нельзя быть открыто рабовладельцем, нужно ухитриться им быть сдельцем. Извращенное понимание свободы, мутное и мрачное. И вот человек, как раб голодный, но в то же время чувствует, что якобы свободный. Себя рабом тебе доказывать.